Что же такое баллы? Или, как еще их называют, индивидуальные персонифицированные коэффициенты. Этот вопрос интересует очень многих граждан России. Итак, баллы – это то, что копит человек, когда работает. Чем больше работодатель отчисляет денежных средств за своего работников, тем больше у него на счету индивидуальных персонифицированных коэффициентов. Когда вы работаете у работодателя, вы уже в это время можете ознакомиться, сколько у вас страхового стажа и сколько у вас заработано баллов. Для этого вы можете заказать сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица. Эта услуга абсолютно бесплатна. Вы можете зайти к себе в личный кабинет и заказать эту выписку. Она приходит в этот же день. Соответственно, чем больше у вас баллов, тем больше у вас пенсия. Цена и стоимость одного пенсионного балла в этом году составляет 133 рубля 5 копеек. То есть, если вы заработали 30 баллов, вы также эту сумму умножаете на стоимость одного балла в этом году. В 2024 году каждый из нас должен заработать не менее 28 баллов, 28,2 балла. В 2026 году такое количество баллов должно быть уже 30. Что же делать, если у вас не хватает баллов? Этот вопрос стоит сейчас очень остро, и многим он очень интересен. В настоящее время вы можете купить недостающие баллы у пенсионного фонда. В этом году один балл стоит более 50 тысяч рублей. Но всегда ли вам нужно покупать эти баллы или существует какая-то альтернатива? Да, альтернатива действительно есть. И у нас также баллы граждане могут заработать в следующих ситуациях. Если он служит в армии, то он зарабатывает 1,8 балла. Если у него есть дети, то за первого ребенка он зарабатывает 1,8 балла, за второго ребенка 3,6 балла, за третьего 5,4. Также, если гражданин ухаживает за инвалидом, либо людьми старше 80 лет, за каждый год он также зарабатывает 1,8 баллов. Поэтому не всегда нужно идти и покупать баллы в пенсионный фонд. Если вы не согласны, вы можете писать комментарии под этим видео, задавать, соответственно, вопросы. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. С вами была юрист по пенсии Ирина Куликова.